Как работает яма? Очевидно же. Все дело в еде. Иногда получить ее легко, а иногда трудно. Зависит от твоего уровня. Вот нам, очевидно, с 48-м уровнем очень повезло. А внизу много людей? Подождите, не отвечайте. Очевидно же. И сколько мы пробудем на этом чудном уровне? Мы здесь останемся ровно на один месяц, а потом увидим. Это же объедки. Это так очевидно, что я даже не скажу «очевидно же». Отвратительно. Допустим, сверху 47 уровней по 2 человека. Значит, эту еду уже ели 94 человека. Не волнуйтесь. К концу месяца народу останется меньше. Вы есть не будете? Я не голоден. Это пока.